Эту пусковую реактивную установку залпового огня боялись фашисты. Одно из самых современных орудий Великой Отечественной войны с нежным девичьим именем «Катюша». Легендарная установка пополнила уникальный музей военной техники, расположенный на кургане Славы. Правда, это не списанное орудие, как все предыдущие экспонаты, а муляж, но выполнено ювелирно, по чертежам с учетом тактико-технических данных. Установка «Катюша» – это давняя задумка ветеранов 33-й ракетной дивизии. Идею реализовали благодаря неравнодушным, тем, кто с уважением относится к военной памяти. Мы, ветераны, поддерживаем традиции 33-й ракетной дивизии. И для того, чтобы увековечить как-то память нашей дивизии, мы на общественных началах с помощью наших спонсоров создали вот этот вот памятник, который называется «Катюша» в простонародье. А так она называется гвардейский миномет М-16, который не давал покоя гитлеровским захватчикам на протяжении всей Великой Отечественной войны и считался оружием таким мощным. Значит, хотели «Катюшу» установить к дню освобождения Мозыря, но погода не позволила. Вот решили к 9 мая. «Катюша» стала 7-м по счету экспонатом Музея военной техники. Напомним, создание уникальной экспозиции началось в сентябре 2016-го. Первым появился боевой танк Т-80. Далее десантный бронетранспортер, боевая машина пехоты, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Нона». Все это современная военная техника, часть из которой и сейчас находится на вооружении белорусской армии. «Катюша» – это боевая история, прародич современных систем залпового огня. Виктория Синицкая, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».